그 다음에 여러분 그 가공하고 난 다음에 후가공 하는 게 있습니다. После изготовления есть дополнительная обработка. 예, 가공된 상태입니다. Здесь уже обработанный. 예, 그러면 표면의 텍스처나 구조물들이 조금 더 자세하게 표현을 해야 돼요. Нужно придать определенную текстуру. 예, 그럴 때 어떤 도구를 사용하는지 한번 보여드리겠습니다. Сейчас я вам покажу, какие именно приборы используются. 보시면 여러분들 예, 오른쪽과 왼쪽의 표면 텍스처가 조금 틀리죠. Как вы видите, текстура между левым и правым зубом немного разная. 기계에서 아주 정밀하게 표현하지 못하기 때문에 조금 도구를 사용해서 예, 형태 수정을 좀 합니다. Так как аппарат не может проработать все мельчайшие детали и текстуру, поэтому мы это используем при использовании специальных приборов, мы дорабатываем. я 그러면 잠깐 보여드릴게요. Сейчас я вам покажу вкратце, как это делать. 먼저 표면에 그루브를 좀더 형성하기 위해서 이렇게 둥글게 생긴 다이아몬드 바를 사용합니다. Мы используем получить алмазный наконечник с круглым концом. 예, 제가 쓰는 도구나 제품들은 여러분께 공지해드리겠습니다. Все, что я использую и чем пользуюсь, какими приборами, я с вами также поделюсь этой информацией.네, 동영상과 함께 준비되어 있는 게 있기 때문에 여러분께 알려드리겠습니다. Так как это все есть на видео, я с вами поделюсь данной информацией. 먼저 그루브를 조금 더 세밀하게 표현합니다. Сначала прорисовываем такую текстуру.그러면 다이아몬드 포인트이기 때문에 표면이 굉장히 좀더 거칠어져 있죠. Так как это у нас наконечник алмазный, поэтому получается текстура такая очень грубая. Yeah, 그러면 이 실리콘 포인트가 있습니다. Есть специальная силиконовая насадка. 실리콘 포인트를 이렇게 사용하시다 보면 짧아지죠. Как вы видите, да, после использования вот эта силиконовая насадка, она стирается. 짧아지면 저는 버리지 않고 모아두었다가 얘를 사용을 합니다. Я не выкидываю эти силиконовые насадки, а использую в данном случае. 이렇게 작은 실을 만드는 거죠. Делаю такую специальную насадку. 이건 다이아몬드 드레스라고 그라인딩 시키는 여러분들 도구 다 있으시죠? Ну, это у вас все есть такие насадки, я думаю, Diamond Grass. 얘를 이렇게 만들면 됩니다. То есть меняю форму и придаю такой вид. 거칠어져 있는 부분을 이 연마 기구를 통해서 부드럽게 만들어줍니다. И при помощи данного шлифования мы убираем вот эти все заостренные и грубые части. Текстура 많이 디테일하게 표현되어 있죠. Текстура зуба, она прорисовывается более детально. 좀더 부드럽게 하기 위해서 이 실리콘 포인트를 알고 전체를 연마해 줍니다. И для того, чтобы также сделать еще более гладким, используем силиконовые насадки. 여러분들이 텍스트를 표현할 때는 원래 환자가 가지고 있는 그런 형상보다 조금 15% 정도 과하게 표현을 해 줍니다. Нужно делать, придавать текстуру зуба на 15% грубее, чем она есть у пациента.
그렇게 해야지만이 수축하면서 형태가 조금 수축도 되고 글래징하면서 그 사이사이의 세밀한 부분이 좀 메워지기도 해서 조금 원래 가지고 있는 환자의 텍스처보다 조금 더 15% 정도 더 과하게 표현해 주시는 게 좋아요. Так как при глазировке вот эти ямочки, они заполняются с ним слегка, поэтому на 15% нужно делать, прорисовывать больше.간단하게 이렇게 사용합니다. Вкратце я вот сделаю это таким образом. 그리고 여러분들 사이사이에 쓰는 도구 말씀드리겠습니다. Сейчас покажу приборы, которые я использую для мостов между зубами. Я 주로 저는 사이사이를 정리할 때는 이렇게 실리콘 로버힐이라고 하는데 러브힐을 이용해서 사이를 세퍼레이팅을 합니다. 가릅니다. Использую силиконовый робохил, когда обрабатываю области между зубов. 너무 깊지 않게. Но не нужно, чтобы это было очень глубоко. 이렇게 하게 되면 이 부분이 굉장히 V자로 날카롭게 깊게 형성되어 있겠죠. Но если мы обрабатываем данным прибором, то есть вот эта область, внутренняя область между зубами, она становится очень острой.그래서 교합을 받으면 프랙치될 위험성이 있죠. Поэтому, как и говорил ранее, если будет давление в этой области, есть вероятность того, что пойдет трещина.그래서 이 힐과 힐이나 디스크를 사용하고 난 다음에 마무리를 항상 해줍니다. Поэтому после использования этого диска мы дорабатываем. 이렇게 아주 가는 다이아몬드로 코팅된 바입니다. Есть специальная насадка, которая покрыта алмазной крошкой. V자로 표현되어 있는 깊은 부분을 일포를 이용해서 U자로 만들어줍니다. Вот эти глубокие места, которые стали заостренными, мы их закругляем. 그러면 교합에서 받을 수 있는 힘도 분산시켜주고 프랙처 위험성도 낮춰줍니다. Это делается для того, чтобы уменьшить вероятность разлома, либо же трещин. 저희가 주로 사용하는 기구들은 이렇습니다. Это в основном это те приборы, которые я использую.